Всем доброго времени суток, рада приветствовать вас. Прежде чем вы продолжите смотреть, немного о этой видеозаписи и что вы сможете в ней найти для себя полезного. Эта видеозапись посвящена изучению тайского языка и подходит тем, кто только начинает изучение или собирается поехать в Таиланд и хочет улучшить свои коммуникативные навыки. Тема записи – направление или как я могу пройти. Как всегда, в записи собраны очень простые для запоминания фразы, но, как всегда, очень полезные. Фраза на языке носителя повторяется два раза, после чего идет пауза, и вы сможете повторить. Если этого недостаточно, то всегда можно поставить видео на паузу или посмотреть еще раз. Фраза написана как на тайском языке, так и в русской транскрипции. Обозначение тонов в транскрипции можно увидеть сейчас слева. В общем-то, все, приступаем к веселью. Лево и право. Лево. Цай. Цай. Право. Ква. Ква. Поверните налево. Левсай. Левсай. Поверните направо. Левква. Левква. Пошли, поехали. Пай. Пай. Как вы видите, это слово очень легко запомнить, и оно очень практично в использовании. А теперь рассмотрим другие фразы с этим словом. Поехали побыстрее. Пай рэу рэу. Пай рэу рэу. Эту фразу можно сказать, например, водителю такси. Значение «езжайте побыстрее». Езжайте медленнее. Пай ча ча. Пай ча ча. Поехали в. Пай ти. Пай ти. Опять знакомое вам слово пай. И после него предлог места. После предлога вы можете поставить любое необходимое вам слово, куда вы собираетесь поехать. Например, поехали в аэропорт. Пойти санамбин. Пойти санамбин. Стоп. Остановите. Ют. Ют. Остановите здесь. Ют тини. Ют тини. Здесь. Тини. Тини. На углу. Ти хуа ляо. Ти хуа ляо. Следующим вопросом можете спросить, куда идете, идем, либо куда едем, едете. Пай най. Пай най. Следующей фразой вы можете спросить, где располагается интересующее вас место. Или, если дословно, располагается где. Ю ти най. Ю ти най. Например, вы можете спросить, где находится туалет. Или, если дословно, туалет располагается где. Хонг нам ю ти най.
Хонг нам ю ти най? На этом данная видеозапись внезапно обрывается. Хочется пожелать всем всего самого светлого и доброго. Если у вас есть какие-то предложения, пожелания, либо комментарии, пожалуйста, пишите, все будет учтено в следующих выпусках. И да, конечно, не забывайте посещать наш веб-сайт.